Ну вот я не случайно вышел на эту сцену, потому что сегодня 100-й спектакль. Почти 10 лет спектакля «Люкс номер 13», сегодня 100-й спектакль. На самом деле в истории театров это театра и театров вообще это достаточно редкое явление, чтобы спектакль в провинции шел 100 и больше раз. Но вот у нас таких два спектакля. Это вот «Люкс номер 13» и «Мужчина к празднику». Это замечательно, когда, вы знаете, я уже запутался, сколько у нас версий этого спектакля было, а сколько исполнителей. Вот. Но первый исполнитель, вы знаете, кто был, да? Да-да-да. Ну, знаете, замечательный спектакль. И вот удивительно, что каждый раз, с каждым годом и с каждым, так сказать, я уже буду говорить, десятилетием, с каждым десятилетием, да, он как-то улучшается, улучшается, вот, и не перестает быть актуальным. Замечательная пьеса, она входит в рекорды Гиннесса, это замечательная. Вообще материал великолепный. И актерский состав, актерская игра просто удивительная. И увидите вот сейчас обновленный состав, и вы поймете, что он просто виртуозный. Поэтому заранее аплодисменты нашим актерам. Хочу сказать, что вы наверняка знаете, что 19-й год объявлен в России чем? Боже мой. Какое познание. Это замечательно. Но надеюсь, все будет хорошо, потому что у нас в регионе театра любят, театр помогает. И не случайно наш губернатор, он всячески, так сказать, поддерживает театр. Буквально сегодня он звонил и говорил, как дела, это правда, как дела, как год театра, какие планы, какие, так сказать, будете делать мероприятия, так сказать, что у вас будет. Я говорю, ну я приду, расскажу, так сказать. Он говорит, чем помочь, пожалуйста. То есть аплодисменты Ивана Саныча, это действительно так. Надеюсь, все будет хорошо. Поэтому приятного вам просмотра, 100-й спектакль, больше драйва, больше энергии, больше радости и аплодисментов. Спасибо.